1941 году папу призвали в Красную армию. В стеклянном шкафу стояли 2 100-граммовые плитки шоколада с изображением на обертке велосипедиста. Мама нам с братом сказала: «Молитесь Богу, чтобы папа живой вернулся с фронта. Тогда получите по шоколадке. Если развернете и откусите хоть одну дольку, отца могут убить». Более 4 лет шоколадки были для нас, малышей, неприкосновенными, как священные магические талисманы, охраняющие жизнь папы. И несмотря на ранения, счастливая судьба вернула отца домой в ноябре 45 года. В день встречи у нас с братом была двойная радость. Папа и заслуженный, долгожданный наш волшебный шоколад.